Мастерская Суае и Анж была основана в Париже в 1831 году. Скульптор и бронзовщик Луи Клод Фердинанд Суае объединил свои усилия с Этьеном Жерменом Анжем и его сыном Шарлем Жюлем. Фирма занималась производством интерьерных предметов из бронзы. В 1839 году на выставке произведений французской промышленности в Париже мастерская Суае и Анж получила золотую медаль за художественную бронзу. С 1843 года основным направлением деятельности предприятия становится тиражирование в бронзе произведений французских скульпторов методом гальванопластики. Среди особо примечательных экспонатов выставки 1839 года авторами иллюстрированного отчета были выделены часы «Аполлон и Диана», работы мастерской Суае и Анжа. Помимо гравюры с изображением предмета, в каталоге выставки находится и подробное описание, свидетельствующее о высокой оценке произведения современниками. Сложность композиционного решения, обилие деталей и разнообразие фактур отражали вкус эпохи историзма. Многочисленные валюты, картуши, архитектурные элементы вместе с фигурами персонажей античной мифологии соответствовали стилистике неоренессанса. Нужно отметить, что модель воспроизводилась, один из экземпляров находится в собрании Государственного Эрмитажа.